Всем привет! Купил на известном сайте AliExpress зарядку для аккумуляторов от 0 до 15 вольт на 60 ампер. Вот так вот выглядит коробочка. Стоимость где-то 7500 рублей. Ток регулируемый, напряжение тоже регулируемое. Отверточка вот этой, можно все регулировать. Инструкция. Что у нас тут на столе? Вода для электрочайника 220 вольт. Электрочайник на 220 вольт. Мощностью 1 киловатт. Токовые клещи. Инвертор на 4 киловатта в пике. На 12 вольт. На 2 киловатта долговременно. Буферный аккумулятор. Зарядка на 60 ампер, токовые клещи. Нальем в чайник воды из-под обратного осмоса. Посмотрим, как это все будет у нас работать. Действительно ли там 60 ампер? Сначала мы включаем 220 вольт. Выключатель показывает 12,6 вольта, 2,1 ампера, 14,7. Включили инвертор, ток почти 0, 2 ампера, включаем чайник. Показывает 59,3 ампера, тут 61, напряжение 12,4. Здесь 220 вольт. 11 вольт показывает. Чайник потребляет 81 ампер. Чарджер дает 60. 20 ампер дает у нас аккумулятор. Холодный. Чайник начал нагреваться. Подождем. Вытяните эти 60 ампер в течение длительного времени, хотя бы там минут 5-10. Инвертор 12-220 показывает 11,3 вольта постоянного тока. 222 переменного. Тут гудит и не греется. 60 ампер. 59. Ждем. Прошло минут 6. Чайник закипает. 82 ампера выдает инвертор. Вода кипит. Зарядка трудится. 58,3. 12,3 вольта. Еле теплые. Контакт хороший. Аккумулятор заряжается, ток падает.
Выключаем. Вентилятор продолжает крутиться, пока не выключишь. Все. Нагрузки ноль. Всем спасибо. Всем пока.